Многолетние хризантемы выращивают как в садах, так и в домашних условиях. При выращивании в саду надземная часть у хризантемы каждый год отмирает, а летом весной отрастает заново. Если мы выращиваем дома, то надземная часть у хризантемы не отмирает зимой, поэтому хризантему можно использовать для создания как бонсаев, так и стриженных фигур топиари. Посмотрим, как это делают в Корее. Как мне объяснили, в общем, это никакой особый праздник, просто как бы сезон цветения хризантем. Ну а буддисты, среди прочего, радуются жизни. И вот такие грандиозные композиции из хризантем. Вот хризантем, которые показались наиболее симпатичными. На мой взгляд, совершенно фантастическая такая неземная красота. В чем здесь изюм, как-то не очень понятно. Наверное, вот такая вот структура цветка, тонкие лепестки, некий такой взрыв, идущий из центра. Вот, кстати, традиционные корейские наряды. Вот еще удивительная вещь, это бонсай из корейских хризантем. Я так понимаю, вещь довольно благодарная для бонсая, растет быстро. Ну и в общем цветет, и вообще всем хорошо. Вот посмотрим сейчас покрупнее. Интересно то, что, во-первых, это гарантированно цветет, во-вторых, это растет довольно быстро. Вот чтобы вырастить, например, такую сосну, нужно, я думаю, лет 10, если не больше. А вот чтобы вырастить такую хризантему, я думаю, что, ну, вполне возможно, что такая хризантема, ей возраст, она вот такой вид приобретет примерно года через 3-4. То есть это все происходит гораздо быстрее. Но а дальше все как в обычном бонсае. Вот берется кусок мертвой древесины, раз. Берется небольшой контейнер, вот грунт кислый, потому что мох, грунта мало. Хризантема должна быть, не должна обладать таким бешеным ростом, она должна немножко быть угнетена, она должна сидеть на достаточно скудном питании. На мой взгляд, два симпатичных бонсая, в общем, довольно скромного возраста. Вот, но выглядит очень хорошо. Я бы предпочел левый. Здесь очень хорошая подобрана древесина. Коряшка подобрана очень хорошая. Если поискать в интернете, существуют специальные способы вот такого старения, придания вот такого красивого вида. Ну а дальше я бы зарыл всю эту деревяшку в контейнер 30-сантиметровый на уровень корневой шейки. Вот мы сейчас посмотрим корневую шейку. Вот корневая шейка. И по мере роста растения, по мере его формовки, постепенно бы обнажал корешки. То есть убирал грунт. Вот. Ну и когда стволик приобретет необходимую для вас, на ваш взгляд, толщину, я бы перевел его вот на такое скудное питание. А вот пример более простого бонсая. Мы берем плошечку, сажаем туда хризантему, ее прищипываем с тем, чтобы сформировать более толстый стволик. Ну и все, и получаем. Немножечко отгибаем веточки, чтобы было, она была похожа на дерево. То есть все как в обычном бонсае, только все гораздо быстрее, как я уже говорил. Но вот совершенно грандиозный бонсай. Здесь без всякой мертвой древесины, все просто. Растите хризантему, прищипываете, отгибаете веточки, фиксируете проволочками. И постепенно у вас вот эта масса растения нарастает, стволик становится толще. Ну и ближе к осени цветет. Вот, на мой взгляд, довольно
удачный пример скалы из мертвой древесины и хризантема, растущая на ней. А это жанр, который можно назвать пейзажным бонсаем, когда воспроизводится некий как бы пейзаж, который дополняется фигурками животных, людей, постройками. Тут все дело в фантазии автора. Часто это получается довольно занятно. Вот еще пример бонсая с укорененным побегом одним. Как бы центральное растение вот располагается. Центральный ствол и корневая шейка располагается здесь, на верхушке этой деревяшки. А потом опущена веточка, уже, наверное, после того, как была вся эта деревяшка была освобождена от грунта на ближе к финальной стадии формирования бонсая и, значит, укоренена. Ну и в заключение целая гора, совокупность скал, и растет на ней три хризантемы. Вот еще интересный пример оформления, такой квази-бонсай. То есть берется деревяшка соответствующая, то есть это такой подбирается ствол, толстый внизу и быстро сходящийся на конус. Ну и дальше в плошках размещаются хризантемы. Вот тут не очень видно, но, наверное, там плошки. Сейчас посмотрим. Вот насчет плошек я оказался неправ. Здесь вообще-то это натуральный бонсай, потому что вот корни, которые уходят в землю, и просто развитое, видимо, во-первых, несколько растений, и во-вторых, их так вот потихонечку распределили вокруг этой коряшки. И, в общем, все это совокупность живых растений. Здорово. Но вот это уже композиция просто из плошек. Каркасик. И туда вставлены горшочки с хризантемами. Вот еще совершенно грандиозные сооружения из хризантем. Причем, как стало мне понятно, вот я тут заглядывал вовнутрь, все это на самом деле либо одно растение, а скорее всего несколько растений, посаженных в большой горшок. Здесь горшки примерно вот, здесь плохо видно, но вообще они где-то литров 30. То есть, вообще говоря, стандартный большой контейнер. Дальше делается каркас нужной вам формы. Сажается несколько хризантем, и они растут, и вы все, что вылезает из каркаса, подрезаете. Ну и в соответствующий момент все это зацветает. Понятно, что каркас можно сделать любой формы и получить, в общем-то, очень любопытную вещь. Но для начала элементарно можно сделать, чтобы это было достаточно компактно, можно сделать шар с диаметром где-то 1,5 размера контейнера. И будет очень мило. Ну вот здесь видно все довольно хорошо. Вот виден, отчетливо виден контейнер. Вот такой каркас, причем понятно его, в общем-то, он явно сплетен вручную. Ну и дальше к нему пришпиливаются хризантемы. Вот видны подвязки обычной садовой проволокой. То есть все это делается относительно просто, было бы желание. Ну и в завершение такие грандиозные фигуры, которые встречают людей при входе уже во двор храма. Как вот это сделано, мне не очень понятно. Но Бог его знает, здесь климат довольно мягкий, поэтому вполне возможно, что это множество растений, которые опять же пущены по определенному каркасу. Действительно, берется каркас из достаточно тоненькой проволочки, ну и все, что из него вылезает, просто хризантема подвязывается к нему. Ну, в общем, это
большие такие фигуры в нашем климате, конечно, не сделать, но вот небольшие фигуры в контейнерах, которые убираются на зиму, это вполне возможно. Ну и вот совсем в завершение при входе вот такое дерево. Действительно грандиозное дерево. Ну, вернее, то, что от него осталось, ствол. Ну, а дальше все-таки там, наверное, хризантемы в плошках. Никаких контейнеров здесь не будет. Либо что-то сделано в стволе дерева. Ну, в общем, грандиозное сооружение. С высота метров 6-7. Ну, вот все мне не завершится. Вот при входе такие симпатичные олешки. Выходим на улицу и видим листву гинга. Гинга белоба. Ну а плоды корейцы, китайцы, японцы понемножку едят. Говорят, что очень полезно, но понемножку. А это уже плод гинга справа и косточка из плода слева. Видно, что плод чем-то напоминает абрикос серебристого цвета, поэтому китайцы и японцы называют гинга серебряный абрикос. Еще на этом кадре хорошо видна необычная форма листа гинга. Это веер, разделенный как бы на две части. Такая форма совершенно необычно для современных растений. Дело в том, что гинга очень древнее растение. Оно появилось на Земле еще в эпоху динозавров. И не только сохранилось до наших дней, но еще и может расти в климате Петербурга.